творческой практике мы гуляли по историческому центру Москвы, ходили в парк современного искусства «Музеон» и московский зоопарк. На каждой локации в различных техниках с разными акцентами, планами и ракурсами мы выполняли зарисовки всего того, что видели. Людей, архитектуру, улицы, растительный и животный мир, скульптуры и все, что привлекало наш взгляд. Кроме этого, по каждой локации самостоятельно нам нужно было выполнить несколько иллюстраций в одном стиле, стараясь передать атмосферу и настроение каждого места. Я студент третьего курса, мы проходим практику в летней печатной мастерской. Собственно, мы печатаем из пластмассы, когда берем, вырезаем изображение, наносим краску и вдавливаем его. И когда мы накладываем на картон какие-то из чего-то, из любой мешковины, бусин, из каких-то веток, тому подобное, приклеиваем их и тоже наносим краску, также печатаем. В формате летней практики мы взяли несколько реальных брифов и пытались их, соответственно, решить максимально свободно, творчески и, так сказать, не сильно себя сдерживая. И сами брифы к этому способствовали. Это и визуальное обновление футбольной команды, это брендирование экофермы новой современной, и это серия плакатов для музыкального проекта. Во время студии студенты реально участвовали в проекте, который был связан с будущим фестивалем международным, музыкальным. И поэтому все, что было сделано, это были сделаны варианты, были очень оперативно, где-то нужно было за неделю это все сделать. Фестиваль хип-хопа, и мы немного попробовали себя в открытках, предназначенных для Дарновского музея. Да, мы фактически, тут была лотерея, каждый тянул листок с двумя брендами, вот, с двумя брендами на выбор, допустим, там, не знаю, Nintendo и Balenciaga, вот, и нужно было, ну, там, кому ближе фэшн, то он, естественно, выбирал Balenciaga, вот, и в итоге для каждого из брендов мы делаем, ну, скажем так, интерфейс канала, начиная от каких-то титров, полнорасовых анонсов далее, да, вот, какая-то такая история.